Скорпион один. На подходе. Это Скорпион 3. Поднимаюсь на плато. Боже, вы только глядь на это. Поверить не могу. Шансов подобраться к этой штуке. Нет надежного места для посадки. Атмосферные явления бешеные. Хочешь наружу? Ближе мы уже не подойдем. Окей, Скорпион 3, осуществить выбросу. Алькатрас, мы их будем отвлекать, сколько сможем. Удачи, парень. Ты справишься лучше меня. Алькатрас, мы все еще здесь. Я включил систему костюма. Буду обеспечивать тебе техническую поддержку, все, что в моих силах. Но их не так много, да. Так что отправляйся к тебе. Я с тобой, если что. Крайне нестабилен. Может рухнуть в любой момент. Внимательно следи за трещинами.
крышу. Они тут просто кишат. Алькатрас, послушай. Бойцы полковника Барни входили вчера в парк до того, как их выбили. Плюс у Сэл была там эвакуационная база. Ищи ящики с оружием и боеприпасами. Тебе понадобится огневая мощь. Маскировка отключена.
Маскировка отключена. Thank you.
проверить экипировку, пока не... Ой. Покойничек, ничего прогулка, а? Думали, я помер? Хм. Ну, я тоже так думал. Помни. Но костюм... Харгрив был прав. Костюм изменил все. Они проникли в меня. Цефы проникли в меня. Мне оставалось только разорвать связь с костюмом или потерять контроль над собой.
И ты был там, рядом со мной, умирал на моих глазах. У меня не было выбора. Я должен был дать тебе шанс закончить то, что начал сам. Другой надежды у нас не было. Посмотрите. Не только Нью-Йорк, не только Лингшан. Видишь, Цефалопода давно уже среди нас. И они расселились повсюду. Повсюду. История наша не окончена. Нам с тобой, морпех, рано помирать. Мы должны вернуться туда, где мы нужны. Я связался с тем самым морпехом, спасенным в Центральном парке, который носит нано-броню Джейкоба Харгрива? Момент, я настрою прием. Ну, то-то. Позвольте представиться. Карл Р. Страж, к вашим услугам. А вы кто? Меня зовут Пророк. Пророк.